Как известно, аворесивер – это основа домашнего кинотеатра. На него возложены обязанности не только по декодированию многоканальных звуковых дорожек и коммутации подключенных источников, но также и по усилению сигнала для последующей подачи на акустические системы. Не так давно к этому списку добавили сетевые функции, а также воспроизведение музыки с различных гаджетов. Являясь одним из ведущих производителей аворесиверов, компания Pioneer старательно следует модным тенденциям, не забывая, впрочем, про базовые ценности, то есть про звук, качество которого напрямую зависит от применяемой электроники и конструкции усилительной секции. Хороший пример достойной основы, покрытой аппетитной глазурью из наворотов, VSX922. Как и положено оборудование такого класса, лаконично, но со вкусом оформленный компонент умеет работать в конфигурации 7.2, хотя имеет 9 независимых каналов усиления. Излишек пригодится для питания дополнительной пары фронтальных акустических систем или озвучивания соседнего помещения. Встроенный декодер понимает все актуальные форматы кинотеатрального звука, включая дорожки высокого разрешения Dolby True HD и DTS HD, а графическое экранное меню позволяет удобно настроить необходимые параметры. При этом за адаптацию ресивера к используемым колонкам и комнате прослушивания можно не волноваться. Она происходит автоматически. Достаточно разместить комплектный микрофон на диване и запустить процедуру калибровки. Несмотря на умеренную цену, Pioneer VSX922 может похвастать достаточно мощным блоком питания, от которого, как известно, напрямую зависит проработка динамического диапазона, то есть эмоциональное звучание. Коммутатор HDMI имеет целых 6 входов. Разумеется, поддержка 3D-видео реализована в полной мере. Иными словами, со своими прямыми обязанностями аппарат справляется прекрасно без каких-либо оговорок. Что же касается приятных дополнений, то их перечень широк. Владельцев iPhone и iPad наверняка обрадует возможность как проводного, так и беспроводного, через протокол AirPlay, подключение к VSX922. Помимо прослушивания музыки, хранящейся на гаджете, с него можно осуществлять даже управление ресивером при помощи утилиты Pioneer iControl AV. Ну а всем прочим меломанам 922 аппарат предлагает возможность воспроизведения файлов FLAC и WAV, включая записи 24 бит 192 кГц, а также тривиальных MP3. Контент может подаваться напрямую с USB-флешки или по локальной сети. Есть в ресивере и интернет-радио, в дополнение к обычному тюнеру. Пожалуй, единственное, в чем можно упрекнуть аппарат, так это в отсутствии порта HDMI на передней панели. Однако на фоне многочисленных достоинств VSX922 этот недостаток не кажется значительным.